Глава государства оценил вклад «Единой России» в развитие страны. На совещании с правительством и руководством партии Владимир Путин отметил, что многие решения в социальной сфере по укреплению экономики, которую инициировала «Единая Россия», внесены в ее программу после обращения граждан и уже реализуются. Российский лидер напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. Часть этих инициатив уже реализует Кабмин, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул президент. Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда, резюмировал Путин.